Всем привет, с вами Gobzor.com, и сегодня с вами протестируем TWS наушники Hyundai HF 300 с поддержкой Bluetooth 5.0 и с магнитным креплением в зарядном кейсе. Стоит плюс-минус 2000 рублей. Комплект включает дополнительные силиконовые амбушюры, USB кабель, зарядный кейс, руководство пользователя, гарантийный талон. Зарядный кейс выполнен из soft-touch пластика, приятен тактильно, но подвержен загрязнению следами пальцев. Это традиционная конструкция с двумя посадочными местами под наушники откидной крышкой. Внутри фиксируются при помощи магнитов, при случайном открытии в сумке или кармане не выпадают. На обратной стороне группа светодиодных индикаторов, отображающих заряд. Для восстановления заряда используется современный USB Type-C. Соответствующий кабель также идет в комплекте. Сами наушники Hyundai HF 300 также выполнены из черного пластика. Интересно смотрится окрашенная в золотистый цвет механическая кнопка. Она есть на каждом из наушников, в комплектной инструкции на русском языке подробно описан сценарий управления. Так можно будет управлять громкостью воспроизведения, переключать треки, кнопки не выступают за пределы основной плоскости. Ложные нажатия при ношении исключены. Вытянута ножка с контактной группой на основании. Вместе с наушниками владелец получает дополнительные пары, что позволит подобрать оптимальную посадку. Корпус защищен от попадания брызг воды. В них можно будет гулять под дождем и заниматься спортом. Для подключения используя актуальную версию Bluetooth 5.0 с профилями A2DP, здесь есть CFP и многие другие. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров, работать могут в стереопаре или монорежиме. Процесс подключения традиционный, проблем в ходе теста выявлено не было. Hyundai HF оснащены 8-мм динамиками. Частота воспроизведения от 20 до 20 тысяч Гц. В звуковой сцене сделан акцент на высокие частоты. Оптимально для прослушивания аудиоподкастов и просмотра видео на YouTube. Звук без шумов и артефактов. В ушах сидят плотно, при прогулках и резких движениях головы в сторону не выпадают. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции, вес легкий. Есть встроенный микрофон, он всенаправленный, голос передает без искажений, шумоподавление не поддерживается. В зависимости от громкости работает от 3 до 4 часов. Восстановить заряд может быть в комплектном зарядном кейсе. Он дает около 3 полных циклов зарядки. Hyundai HF 300 при своей невысокой стоимости предлагает аккуратное исполнение, привлекательный внешний вид, зарядный кейс с магнитным креплением, актуальный Bluetooth 5.0. С удовольствием обсудим с вами Hyundai HF 300. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.